можно с уверенностью сказать, что способность любить и быть любимыми составляет главную черту характера этих людей. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Если владелец этого имени неуважительно относится к природе, то он вредит самому себе и за все проделки будет наказан. Лучше быть заботливым. Подавив в себе стремление к накопительству, владелец имени сможет реализовать свой богатый духовный потенциал. Буква «Р» наделяет их оптимизмом, поэтому при неудачах они не падают духом и готовы к новым совершениям. Звук «Г» в этом имени предопределяет стремление к знаниям, практичность, умение правильно оценивать ситуацию и быстро реагировать на происходящее. Но также звук «Г» означает и обидчивость, ранимость и тонкую душевную организацию. Буква «М» в имени дает большую внутреннюю силу. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Буква «Г» дает носителю этого имени непредсказуемость и неожиданность. Звучание буквы «С» не вызывает раздражения. Из-за своей неизменной привлекательности они зачастую дают своим партнерам повод для ревности, но, как правило, это безосновательно. Эти люди ответственны и терпеливы. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание, проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Это яркие личности, обладающие благоразумием и рассудительностью. Звук «А» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Звук «Г» в этом имени отличает этого человека такой чертой, как брезгливость и любовь ко всему чистому. Это может проявляться, например, как неприятие находиться в неубранной комнате или нежелание слушать непрофессионального певца или брезгливость в еде. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Там, где другие 10 раз свернули бы себе шею, владельцу этого имени повезет. Имеет отличное логическое мышление, а в жизни привыкли добиваться всего трудолюбием и старанием. Звук «Б» в этом имени вызывает стремление финансово обеспечить свою жизнь и отражает стремление к материальным благам. Людям с этим именем сложно выстраивать личные отношения, несмотря на искреннее чувство любви. Эти люди всегда доброжелательны по отношению к окружающим, обладают даром создавать вокруг себя приятную, спокойную атмосферу. Этим людям можно верить, они верны своему слову. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.